Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, и продолжаем играть за Binding of Isaac Afterbirth. И давайте посмотрим на новый режим Creed. Посмотрим мы его за Лазаруса, вроде как за него надо пройти, чтобы открыть Лилит. Ну там что-то сделать, во всяком случае. Вот у нас Hard и есть Grid. Это довольно занятный режим, абсолютно новый, специально разработанный. Получается, что у нас здесь? У нас здесь есть несколько комнат, комнат со старта. Здесь мы можем взять сразу вещь. Я даже не знаю, что это новая какая-то вещь. Раньше больше удачи. Но допустим. Дальше у нас есть магазин. Магазин золотая комната. Есть магазин. В магазине есть вещь, которую мы можем купить. Вот эта вот машинка, в нее, если мы кидаем деньги, есть шанс, что она обновит ассортимент магазина. Что хорошо. Можем сразу в золотую комнату сходить, кстати. Можем в зубастую. А в зубастую у нас кровать почему-то. Давайте дурачком воспользуемся. В моем случае это занятно. Это вот такой вот выстрел. Мне это может помочь. В принципе. Наверное. И денежки здесь лишними совсем не будут. У нас 10 волн, когда мы нажмем на кнопку. За каждую волну будут давать, по-моему, по 2 монеты или что-то около того. Тут еще попрошайки. Пандора. Кстати, как Пандора здесь работает? Это интересно. Ладно. Погнали. Ок. Азазель в этом плане, конечно, читер. И каждую... По прошествии... О, блин. Вот сейчас я почетерил против бомбарманов этих. Да, счетерил. Да, печалька небольшая. Ну ладно. После истечения вот этих секунд у нас все новые и новые волны врагов. Им пофиг, убили мы предыдущих или не убили. Все новое и новое. Это проблема. Я, конечно, могу прятаться героически. Оу. Могу убивать героически. Так. Ой-ой-ой. Эти плодиться начинают. И у нас 10 волн. Седьмая волна. Хорошо. Хорошо. Идите сюда, товарищи. Мы можем, конечно, остановить сами. Если прям... Ой, ё-моё, это какие-то новые ребята. Довольно суровые, как посмотреть. Это что за попа из-под земли? Так, вы тут харе окопались прям, смотрите. Он еще убегает от меня. Ё-моё, я нажал, да? Это плохо. Золотую комнату мы уже открыли. Я не понял, я нечаянно, по-моему, нажал на эту кнопку. И остановилось все на свете. Теперь босс. А, или нет, это девятая волна. Или я приостановил. Волна боссов, что ли? А, это два босса, один за одним. Так, ладно. Хорошо, 10 из 10. О, выход. Нам отсюда теперь выйти можно, да, получается. Но предварительно мы можем потратить как-то деньги. Ключей у нас нет. Я не знаю, что даст Пандора. Это я знаю range up. И больше дамага. Грипп. Грипп это в принципе неплохо. Оу. Ключ даст монет. У нас два варианта. Или грипп, или Пандора. Грипп или Пандора. Давайте, хп, тирсап и шотап. Все отлично. А выход это куда выход? Так, хорошо, ладно. Или это... Так,
Это что-то, что-то хитрое было. Ладненько. Так, тут ничего не заролилось. Больше мы не можем нажимать. Мы можем сюда, конечно, зайти посмотреть. Толку с этого не очень много. Теперь нам надо все-таки уходить, да? О, тут пауки. Уходить дальше. А, и это каждый этаж так, да? Вот в чем подвох. Понятно. Тут мы сразу можем все статы апнуть. Хорошо. Дамаг у нас вроде еще лучше стал. Так, сюда мы можем зайти за ненужной нам вещью. Ну, пол сердечка теперь потеряем. Хагалас. Зато монетка. Так, очки. Мясо. Синее сердце. Это мы не можем ничего сделать. Хм. В принципе, я бы, наверное... Очки у нас... Зачем мне очки? Хм, ну ладно, посмотрим. Давайте запускаем таймер. О, какашка. Оу. Подло. Блин, как я не попал? Да чтоб вас. Так. За то, что быстрее убил, ничего не даете, нет? Оу! Это подло. Так, опять 10 волн. Хорошо, ладно. Допустим. Так, ну это легко, по идее. Так, 8 волн, а, он сам останавливается. Типа перед боссами, да? Мы можем в золотую комнату зайти, взять ключ. Да. Это не совсем золотая комната. Я тут еще что-то могу взять, конечно. Но уже сейчас не могу. С легкой своей подачи. О! Вот это прикольно. Ну, допустим. Иди, босс. Ларри Джуниор. Очень мило, что ты нас почтил своим существованием. Так довольно прикольно. 22 монетки. Батарейка? Нет. Больше здоровья? Пожалуй, нет. Я банально не знаю, как здесь очки будут работать. Ну, давайте купим. Вообще, они, возможно, бесполезны, но я не знаю, зачем тогда делать бесполезный предмет. Хотя вот нету тут никаких скрытых особо и не скрытых вещей. А, давайте склеснемся. Это, я так понимаю, нам к сатане откроет проход. Почему нет? Мы вполне себе тащим. И еще монетки. По-прежнему никаких секреток. Хм, занятно. Возможно, они тут вообще как-то... И нет их, в общем. Все возможно. Так, темно и страшно, отлично. Что тут у нас? Две бомбы. Пол сердца, прощай. Так. Что у нас тут? Мы можем ассортимент поменять. В теории. В такой теорной. Давайте попрошайки что-нибудь дадим.
Нифига он нам не даст. С горя купим ключ. Сходим сюда. Моной. О, это у нас на выбор, что ли? Тирсап. Больше слез. Я, правда, не знаю, как оно здесь сочетается. Абсолютно не знаю. Оу. Так, прощайте. А, тут еще один. Не, ну так, конечно, тащить гораздо проще. Ой. Так несколько сложнее, но... Мы не даем врагам столпиться, что, конечно, хорошо. Так, умирать. Все, 8 волн. Отлично. Что тут у нас? От проклятия избавиться навсегда, в принципе, хорошая затея. Только какие у нас тут проклятия-то могут быть? Давайте попробуем, как этот агрегат работает. И? Что-то никак он не работает. Может, зайти-выйти надо, не? Все равно не работаешь. Спидап и меньше размер. В принципе, не повредит лимон пати. Так, ладно, давайте в тебя кинем монетку. Карта. Ага, больше бомб, хорошо. Ладно, поехали к боссу. О, какой-то новый босс. Минус. И половинки Локи. Урон у меня уж не такой впечатляющий. Да, совсем не впечатляющий. Девять монет. Тут мы можем повзрывать, кстати. То нам пауков в этой жизни не хватало. Тут повзрывать. Угу. Дашь ли ты что-то хорошее? Да, ладно, хп-ап. Неплохо в целом. Жердяй. Оу. Воу. Это опасненько, да. Но мы зато попадаем к сатане, у которого... Чё за фигня? Я забываю, что тут сатана опасный. Больше дамага. Прекрасно. Вавилонская блудница в нашем случае. Может пригодиться, кстати. Берем. У нас одно сердце в аккурат. И мы еще и блудим на полную, да? Это неплохо. Циклопушка, привет. Идем дальше. Ох, ладно. Надо аккуратнее как-то быть. Так, чем я тебя открыл вообще? У меня же ключей нету. О, ты довольно бесполезный, Овен. Бегать и бодать всех. Отличный план. Тирс, шот спидап. Она прям вертится, как реактивная. В зубастую комнату мы сходим. Так, что у нас тут? Свинья-копилка, всякая фигня. Таблетка. Да, которая дала мне паука очень нужного. И тут особо ничего. Что-то нажать можно. Нифига тоже. Тут вот что-то нажать можно. Бомба. О, это что за взрыв был сходу? Это... Меня эта комната приветствовала. Очень мило.
Так, что вы, на что намекаете-то? А, там шипы. Это значит, там нельзя стоять, да? И вот то, что сердца, это, конечно, не очень. Опаньки, привет. Достаточно подло. Ой, сорвался с поводка. Так, это вообще какие-то неведомые твари. Вот это ведомые. Ну бы их нафиг. Так, ладно, 8 волн. Хорошо, живем пока. Пока живем, более-менее живем. Ах, красных сердец много. Шот спидап, допустим. Чарет. Я думал, может, на что-то более такое хорошее заменится, но не судьба. Ладно, идем на боссов. Это веселых куча боссов. Воу. Да. Так, надо аккуратней. Ой, надо как. Очень аккуратней надо. Так. А, ну вот это не сложно, это не сложно. Ладно. Еще больше монет. Но купить тут особо нечего. Ну, ключ можем купить по скидосу, почему нет? В дальнейшем, возможно, пригодится. И все. В чем? Сердце? Серьезно? Да ё-моё. Жестко. Да еще и ты. И ты, Брут. Крэмпус с головой Крэмпуса. Ну, допустим. Здоровья у меня мало. Вот что я скажу. Вот это не к добру. И нечем-то особо поднять. Ладно, 19 монет есть, ключ есть. Опять циклопы. Есть еще Чариот. Можем им воспользоваться, если что. Да. Все страньше и страньше дела, да? О! Все статы апнулись. Это неплохо. Вот это фиг пойми что. Spider Love. Меня пауки любят. Это может быть хорошо. Может быть, не очень хорошо. Вот это вот не очень хорошо. Ты будешь стрелять, нет? А, хотя, в принципе, по-моему, достаточно выйти, да? Так, во-первых, синее сердце хорошо. Ребеночек может быть хорошо. Но я бы не сказал, что он прям дико крут. Тем более у нас вот еще какой-то бесполезный ребенок. Да, возьмем, наверное, сердце. Еще сердце возьмем. Еще возьмем. Пока деньги позволяют, берем. Ох-ох-ох. Какие-то новые противники, я их толком даже не рассмотрел. Оу. Так, стоять. Чё ты-то жив? Ой, ё-ма. Не подходи ко мне. Так. Это довольно весело. Кого-то я не убил. А, маленький. Да удаленький.
сколько толстопузов. Как-то внезапно. Денег, 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 денег. Фу. Ребеночек по-прежнему нет. Давайте я на все сердец куплю в самом-то деле. Гулять так гулять. Раз такая возможность есть. У меня, в принципе, вещи для того, чтобы выживать, есть нужные. Так. Откуда урон? Еще перекур. Это чтоб я сбегал, купил еще сердце. Ибо могу. Так, всадник. Не надо вот только этих своих. Где ты, упырь? Два крэмпуса. Достаточно любопытно. Минус. Минус. Так, тут никакая тварь не бегает в какой-то веке. Клубок гуппи. Это, конечно, весело. Кусок мяса. Может пригодиться на самом-то деле кусок мяса, почему нет. И давайте купим сердце еще, потому что не факт, что у нас еще будет такая возможность. Всего остального у нас в достатке. Тут даже никого, ладно. Так, предпоследний какой-то этаж. Сундук показывает. Это значит, сейчас боссы сплошняком попрут. Тут уже и комнаты нету. Правильно мы сделали, что купили сердец. Чуется мне, разлетятся они, ох ты ж. Какая-то механическая батарейка. Что у нас тут? У нас опять тут кровать бесполезная. Воу! Это что за рогатые твари? Выглядят, ой, страшно, по крайней мере. Так, лопаем. Что у нас тут, жадности? Ой. Минус жадность. Минус жадность. Так, летучие головы, фиг с вами. Так, умри. Так, руки, да, хотите сказать? О, руки, которые... Руки, которые какие-то скелетообразные. Так, опять эти странные непонятные твари. У, ладно. Вроде более-менее тащим. Странная батарейка. Church baby. Какая-то батарейка за мной летает. Чё она от меня хочет? Я куплю, пожалуй, сердца. У меня как бы все норм. У меня еще есть заряженный крэмпус. Которого я буду тут расходовать. Ибо я ненавижу этих гадов. А, ну это легко. А, это батарейки. Это очень актуально под крэмпуса. То есть есть шанс, что она мне зачаржит. Ну, не зачаржит, что я говорю. Появится, в общем, батарейка. Хорошо, это хорошо. Трусы нафиг не нужно. Ключ есть, бомба есть. Давайте посмотрим. О, что это вообще такое? Странный босс, который, тем не менее, умирает. Ну, допустим. Что ты, игра, мне тут подсунешь? Кучу сердец.
Где же ты была раньше? Игра, когда я был юн и наивен. Оу. Идем дальше. Так, вроде как последнее что-то осталось. Что-то последнее. Хм, и что это последнее? Так, босс-пати, я так понимаю, да? Сердце. Хорошо, пригодится, наверное. О, ультра-грид. Какая-то ультра-тварь. Воу, воу. Что ты делаешь? Вот понимать бы, что он делает. Гляди. Воу. Подвох. Так. Ой, японский бог. Хватило бы мне здоровья с такими делами. Смотрите, какая фигня происходит. Чё он только не творит. Ну его, конечно, убиваем потихоньку, но он чё-то реально прожжённый гад. Реально просто прожжённый. Харе монетки плодить. И вообще харе плодить. Давай вот так вот поговорим с тобой. Чё-то у меня урон не такой впечатляющий. Японский бог. О-о-о-о-о. Так, ты что, хилишься? Что это было? Умирай. Так, сразу открыли. Лилит открыли. Еще что-то всякого разного. А, грид. Мы можем сюда позакидывать денежку. Мы вообще кучу всего открыли на самом деле. Это концовочка новая. Такой улыбочка. Ну, круто. Так, Лилит анлокнули. Челлендж, 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 челлендж. По-моему, все челленджи, да, анлокнули. Челлендж. Челлендж, да ладно. Еще челлендж. Еще челлендж. Лаки Пенни. Платинум год? Да ладно. Платинум год. Жесть. Так просто платинум года получить. А вот и Лилит. Отлично. Но ей мы уже поиграем. А почему-то у нее уже сразу чего-то открыто. Хм, странно. И все, у нас получается грид за него пройден. Фу, это было круто, надо признать. Но, конечно, за зельем, скорее всего, проще всего проходить. Потому что летает сразу. Ну, как его там... Сера, в общем, выстрел этот ивоный Бримстон изначально. Ну, в любом случае, крутой режим. Мне понравилось. Я думаю, он сыщет своих поклонников. В общем-то, наверное, все поклонники Айзека и поклонники Игрида, в частности. Довольно прикольный Макмиллан смог придумать режимчик. Фух, куча эмоций. Ладно, буду переваривать новый экспириенс. А на этом пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.